Никто точно не знает, что в этой комнате. Говорят, она проклята. Люди заходят в нее и выходят. Но те, кого комната выберет, не выходят никогда. Ресепшн, чем могу помочь? Вы хотите работать у нас портье, я вас правильно понял? Ты тут новенький? Ничего, еще освоишься. Если вдруг вы заметите что-то странное... Что значит странное? Неужели все происходящее это нормально? Что не так с номером 207? Там много всего произошло. Здесь ты встретишься со своим главным страхом. Хватит! Так что же там произошло? При заселении в отеле она потребовала тот же самый номер. Или это номер потребовал ее?